Как известно, у студентов есть свои традиции. В каждом вузе свои. Мы сегодня познакомимся с одной из самых интересных. Мы ведем репортаж со студенческой Шушки. Так называемая «Сушка» – это проект по обмену фотографиями. Всего каких-то 100 лет назад фотоискусство было одним из самых модных увлечений. И неудивительно, что в первую очередь его и осваивали студенты как самая передовая часть молодежи. Так фотосушки и стали бы старинной студенческой традицией, благополучно пережившей свой расцвет в середине 20 века, и исчезли бы вместе с распространением цифровой фотографии, если бы не инициатива студентов Днепропетровского химико-технологического университета. Как известно, цифровой фотографии так и не удалось полностью вытеснить аналоговую, и она уверенно возвращает свои позиции. А началось все правильно, снова с самой передовой части молодежи. В УГХТУ фотосушка проходит уже третий год и является одним из самых ожидаемых событий учебного плана. Скажите, что такое «Сушка»? «Сушка» – это международный проект по обмену фотографиями, в котором приняли участие уже более 150 разных стран. В нашем университете «Сушка» уже проходит в третий раз. Это «Сушка» УГХТУ. В проекте приняли участие уже более 50 разных городов. Студенты и сотрудники представили свои работы во всевозможных жанрах, всевозможных форматах. Это не только фотографии, это и еще хендмейд работы, это стихи, все, что наши студенты и сотрудники хотели бы просушить. А в конце нашего мероприятия можно выбрать любую понравившуюся вам работу. А как можно в ней поучаствовать? Для того, чтобы принять участие в «Сушке», нужно было принести свои самые яркие и интересные фотографии. Но впервые в формате «Сушки» был проведен конкурс УГХТУ «Глазами студентов». Все студенты приносили свои фотографии, своих групп, ну и с изображением нашего университета. Конечно, эти фото распечатаны на принтере, а не с помощью допотопных фотоувеличителей и реактивов. Но традиция есть традиция. И пока фото и прочие работы понарошку сохнут, студенты развлекают друг друга еще одним старинным способом. Песни под фонограмму и гитару, читка стихов и прозы, танцевальные номера. Студенты всегда найдут, как с пользой провести свободное время. Расскажи о своей работе. Моя фотография в патриотическом стиле. Я сфотографировал наших студентов с флагами на мероприятии, которое проходило у нас в университете «Кто як не ты». А какие у вас еще традиции есть? У нас каждый год проводится КВН УГХТУ. Также у нас скоро будет «Зимняя красавица», это конкурс красоты. Вот, у нас постоянно празднуется такой праздник, как «Студенческая весна». Также в нашем университете работает радио. Вот, у нас большинство студентов принимают активную роль в жизни нашего любимого университета. И вот она, долгожданная кульминация. За право обладать понравившимися работами развернулась жесточайшая конкуренция. Такое впечатление, что эти фотографии правда существуют в единственном экземпляре. Каждый хочет разместить ее в своем альбоме и показывать потомкам. Под чай с сушками рассказывала им увлекательная история «Фотосушки 2014». Некоторые традиции живут веками. Какие бы технологии люди не придумали, пока студенты будут и сушки в дружной компании.